Центральная Азия становится важным фактором, игроком общеазиатского сотрудничества и безопасности. Вы хорошо знаете, что именно к этому региону прикованы интересы ведущих государств мира. И здесь Россия, на мой взгляд, должна играть ведущую роль, потому что исторически Центральная Азия являлась частью Российской империи. Вполне естественно, присутствие, долговременное присутствие Российской Федерации, будь это политика или экономика, в этом регионе. Казахстан намерен конструктивно работать в рамках Евразийского экономического союза. Несмотря на трудности, связанные с ухудшением конъюнктуры, наше интеграционное объединение становится авторитетной экономической организацией.